Ежедневные новости в Кыргызстане, к сожалению, не обходятся без сообщения об очередном ДТП в разных уголках нашей страны. Официальная статистика выглядит пугающе. По данным ГУОБДД, всего с начала года в Кыргызстане произошло более 6 тысяч дорожно-транспортных преступлений. Погибло более 600 человек и 9 тысяч человек были ранены. В этом выпуске программы «Маяк» мы поговорим о причинах дорожно-транспортных происшествий и их профилактике с сотрудником пресс-службы ГУОБДД МВД Телеком Моторовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь, какие основные причины дорожно-транспортных происшествий у нас в Кыргызстане? Основные причины, во-первых, как вы знаете, ранее, если у нас, вот, например, транспортные средства были «Жигули», «Москвич», «ЗИЛ», да, вот такие вот слабые. Не сильно мощные. А в настоящее время транспортные средства очень мощные. И плюс к этому увеличение количества данных транспортных средств и также увеличение количества водительского состава. По сравнению, вот вы сказали статистику, если вернемся к статистике, то по сравнению с прошлым годом увеличилось на 25%. И, к сожалению, вот из вот этих 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий более 1500 это с участием несовершеннолетних детей, где уже погибло более 90 и получили телесные повреждения более 1500 детей. И это все, честно говоря, из-за халатности взрослых. Получается, вот вы назвали две такие причины, о которых мы чаще всего не очень задумываемся, которые приводят, вот вы отметили про халатность, ответственность не очень высокая. Наши участники дорожного движения транспортными средствами пользуются как роскошь. Это же транспортные средства, это же всего лишь средство передвижения, надо помнить об этом. Надо выполнять свои обязанности, которые прописаны в правилах дорожного движения. А, к сожалению, наши многие участники дорожного движения очень хорошо знают свои права, но в то же время не стараются выполнять свои обязанности, которые прописаны в правилах. Угу. А вот из чего проистекает вот это незнание? Насколько я знаю, служба ГРС, ответственная за выдачу прав на вождение автомобильного, удостоверения для навождения автомобильного транспортного средства, они сейчас активно занимаются автошколами, чтобы улучшить качество образования в этих самых автошколах. Да. И как у нас было в 90-х или в 2000-х, массовые скупки прав, не отучаясь в автошколе, имело массовый характер, сейчас не столь массовый, но все же отдельные эпизоды бывают. Правильно. Если мы при Союзе, например, были государственные автошколы, несколько только, да, в настоящее время количество автошкол очень много, более 300 автошкол по республике. И из этих более 300 все практически частные. Лицензии выдаются Министерством образования. Потом водительскому составу, водительское удостоверение, регистрация транспортного средства проводится с госпредприятием УНА, и вот общего этого нету. И на самом деле они тоже, вот ГПУ УНА тоже сейчас в данное время стараются, но надо более усиленный тоже контроль. Вот до 2015 года, кстати, была эта выдача водительского удостоверения через самоподготовку. В 2015 году инициативой ГУБДД в настоящее время, в то время ДПС, было прекращено данная выдача через самоподготовку. То есть человек, который умел ездить, он мог подготовиться, пойти сдать экзамены и получить водительское удостоверение. В 2015 году инициативой ГУБДД, в настоящем ГУБДД, было прекращено данное деяние. Сейчас, в настоящее время, только чтобы получить водительское удостоверение, надо только обучаться. Угу. Если возвращаться к статистике, вот вы отметили, что по сравнению с прошлым годом, но прошлый год практически 9 месяцев, по крайней мере, в Бишкеке,
там центр был оцеплен, и транспортных средств было не так много из-за ковидных ограничений. В этом году таких ограничений нет, и вот данные за этот год, если сравнивать с данными, например, за 2019 год, насколько они коррелируются, насколько они... есть разница. Давайте возьмем статистику последних 10 лет. Да? Угу. До 2015 года на самом деле рост количества дорожно-транспортных происшествий росло. Уже погибали более 1000 граждан в год. Были где-то около 15, ну, до 13 тысяч пострадавших было. Там количество росло. С 2015 года по настоящее время, честно говоря, идет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий. И вот мы сравнили с прошлым годом. Да, в прошлом году, вот, как вы сказали, был ковид, никто вроде бы, в принципе, не ездил, не все находились практически дома, но все-таки ДТП продолжалось. И по сравнению с прошлым годом уже получается всего на 25%. Это не так много, на самом деле. Это не очень так много, но все равно, конечно, хотелось бы, чтобы дорожно-транспортных происшествий у нас в стране не было. Сейчас еще одна причина, может быть, такого бурного обсуждения дорожно-транспортных происшествий и того, что мы часто об этом начали слышать, наверное, связано с развитием информационных технологий. И примерно, может быть, такое же количество, вот вы сказали, что до 2015 года их было в разы больше, было и в прошлые года, но в этом году и последние, там, наверное, лет 5, из-за того, что у нас есть интернет и у всех практически есть мобильные телефоны с камерами, мы стали больше об этом слышать и чаще об этом слышать. Да. Связано ли это? Ну, конечно, это причина тоже есть. Раньше, если, например, чаще всего, да, вот, в настоящее время передает данную информацию сейчас какое-нибудь, любое информационное агентство, если откроешь, передала МЧС, что произошло ДТП там, погибло столько, пострадали столько. Честно говоря, пускай не обижаются мои коллеги МЧС, но там не точная информация, сверстная информация дается, ей говорят, погибших передали милиции, пострадавших передали Минздраву, и вот такой вот эта информация идет. Ну, я думаю, этим уже наше общество не напугаешь, и сейчас было бы лучше, если бы МЧС передали бы такую информацию, но, к сожалению, еще я не слышал ни одной такой информации, что, например, МЧС приехала на место ДТП, там правильно оказали помощь, спасли жизнь человека. Если была бы такая информация, было бы очень хорошо. И поэтому при дорожно-транспортном происшествии, честно говоря, прежде чем органы внутренних дел, прежде чем сотрудники Минздрава, прежде чем сотрудники того же МЧС, первыми оказываются сами участники дорожного движения, то есть проезжающие машины, водители, пассажиры и так далее. Вот если бы, это мое личное мнение, ну, если бы, например, мы расширили бы онлайн обучение по оказанию первой помощи, до врачебной помощи, оказание до врачебной помощи, если бы наши граждане знали бы об этом, да, и если при ДТП, будучи вот любой водитель, остановился бы и оказал бы правильную первую доврачебную помощь и спас бы жизнь, это тогда мы добились бы, по-моему, намного больше. Ну, это вот, продолжая вашу вот инициативу, вы отметили, что это ваше личное мнение. Возможно, следует включить, может быть, такой краткий курс и в курс подготовки водителя, прежде чем получить права, чтобы умели оказывать помощь. Например, вот смотрите, у нас наших сотрудников полумесяц приходят, наших сотрудников обучают по оказанию первой врачебной помощи. Да. В автошколах проводятся занятия, но, честно сказать, не
в достаточном количестве часов, конечно, и недостаточно это. А в других странах, например, даже вот во всех странах СНГ имеется команда даже вот этих элементарно юных инспекторов движения. И в программу в этом году мы тоже ведем. В программе есть оказание первой доврачебной помощи, то есть дети оказывают первую доврачебную помощь, учатся оказывать первую доврачебную помощь. И если бы вот со школы и дальше уже, если бы начали бы обучать этому, и если бы мы смогли бы спасти жизнь одного, хотя бы одного человека, это было бы большое достижение для нашего государства. Действительно, если рассматривать каждый из случаев, то каждый потерянный человек в результате ДТП, да, каждый погибший человек, это, ну, целая жизнь, и никакие там цифры статистики, пусть это хоть один погибший за весь год, это все равно очень печально. И тут буквально вчера был день памяти жертв ДТП, это 3 воскресенье ноября. Вчера вот до этого, 19 числа, наши сотрудники по всей республике проводили различные мероприятия ко дню памяти жертв ДТП. Вчера вот у нас в Бишкеке проходила совместно Проликс акция пеший марш от филармонии до площади. И вот такие мероприятия тоже должны как-то это давать нашему обществу, чтобы они помнили, что день за днем теряется жизни из-за халатности самих участников дорожного движения. Я вот как раз хотел остановиться на халатности участников дорожного движения и ответственности каждого водителя. Вы в начале нашего разговора отметили, что автомобиль, который относительно доступен практически каждому жителю нашей страны, об этом говорит большое количество автомобилей, да, на дорогах, это не только, как вы сказали, роскошь или не только средство передвижения, но это еще и большое, сложное техническое средство, которое может причинить вред даже просто иногда, если оно даже едет там с минимальной скоростью, потому что все-таки в среднем они по 2 тонны весят. И каждый водитель, к чему я веду, каждый водитель, мне кажется, должен иметь это в виду и понимать, что, садясь за руль, он может нести угрозу не только себе и своим близким, но и любому участнику дорожного движения. Да, правильно. Вот если взять анализ, то же самый анализ, да, вот 90% у нас по вине водителя происходит. То есть такие тяжкие дорожно-транспортные происшествия, где погибают или получают тяжкие увечья наши граждане, это из-за нарушения правил обгона маневрирования, из-за нарушения правил скоростного режима, из-за того, что выезжает на встречную полосу движения, из-за того, что управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Да, вот, и больше, практически все дорожно-транспортные происшествия, когда погибают сразу за один ДТП несколько человек, это больше всего, когда участвуют в данных дорожно-транспортных происшествиях, таксисты, то есть минивенщики, да, вот, ну, и это транспортное средство общественного транспорта, то есть микроавтобусы, которые перевозят граждан, да, вот, за один случай несколько человек получают телесные повреждения. Угу. По поводу вот тех самых минивенщиков, как вы их назвали, в основном это транспорт междугороднего сообщения, таксисты там по дороге с севера на юг, а у нас дороги, они тоже сами по себе достаточно непростые, особенно горные перевалы, ну и внутри города общественный транспорт. Этот вопрос, он очень долго висит в воздухе и тоже имеет, конечно, с какой стороны ни посмотри, можно понять и самих водителей в определенных случаях, но и общество тоже, участников дорожно-транспортного движения и пассажиров этого самого транспорта. Скажите, вот по поводу маршрутчиков и вот этих междугородных таксистов, какие-нибудь ведутся ли вот с вашей стороны какие-нибудь мероприятия, может быть, разъяснительные работы, может быть, увеличение тех же самых штрафов
за нарушение правил дорожного движения? Потому что каждое ДТП с их участием – это действительно не одна жизнь. Обязательно проводится нашими сотрудниками, сотрудниками техотделов, сотрудниками подразделений областей проводятся встречи с данными водителями. Проводятся разъяснительные работы. Кроме этого, вот, буквально недавно подписан указом президента подписан новый кодекс о нарушении. Ранее, если, например, в кодексе о нарушениях за управление транспортным средством состояние алкогольного опьянения не было, например, того же административного ареста или того же там лишения водительского удостоверения или вот работа, да, вот, да, и в настоящем кодексе все это сейчас предусмотрено. За грубые нарушения, за повторные нарушения уже будут приниматься жесткие меры. То есть в ближайшее время мы сможем все ознакомиться с этими кодексами? Да, уже она опубликована, и с 1 декабря она начнет действовать, и после действия мы будем работать по данному кодексу. То есть тут следует до 1 декабря осталось там буквально полторы недели. И каждому водителю в нашей стране необходимо с ним ознакомиться, потому что известная максима: незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому он уже есть в свободном доступе на сайте ГУБДД. Данный кодекс уже я вот сам ознакомился именно уже через информационное агентство. Данный кодекс уже есть в информационных агентствах. Можно любой гражданин может ознакомиться. Данным кодексом. Угу. А по поводу водителей, которые садятся нетрезвыми за руль, какие мероприятия ведутся сейчас по тому, чтобы выявлять? Потому что, почему я это спрашиваю, с ведением безопасного города и с ведением патрульной службы милиции с организацией в городе Бишкеке перестали стоять сотрудники и останавливать машины с помощью жезлов. В городе Бишкеке, насколько я знаю, это запрещено. В данное время у нас по городу Бишкек проводится еженедельно рейд «Бахус». В какие дни это не будем оговаривать, потому что может сегодня провести, может через два дня и так далее. То есть они не привязаны там, к пятнице и к субботе? По скользящему графику, само подразделение это идет по скользящему графику и проводит рейд «Бахус». Во время данного рейда именно выявляются водители, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, управляющие без документов, и даже выявляются розыскные или же там транспортные средства с подложными номерами и так далее. Угу. Еще одной причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий является неисправность техническая того или иного средства, учитывая погодные условия сейчас, дело идет к зиме, то не вовремя там замененные шины на автомобилях с летней на зимние. Как часто это встречается? Наша служба уже с первых дней изменения погодных условий старается оповестить наших участников дорожного движения о том, что уже пора менять шины, пора готовить транспортные средства к зиме, пройти, осмотреть техническое ТО-2, осмотр транспортного средства. Конечно, техническое состояние транспортных средств тоже очень влияет на данную ситуацию. Угу. Исходя из нашего разговора, получается, на самом деле дорожно-транспортные происшествия, о которых мы читаем каждый день, опять же, к сожалению, чтобы их предотвратить, достаточно соблюдать очень простые вещи. Это быть ответственным. Да, знаете, вот у нас в правилах дорожного движения есть обязанности водителей, в первую очередь, по пункту 2. По пункту 4 обязанности пешеходов. Есть обязанности пассажиров транспортного средства, если не ошибаюсь, по пункту 5 идет. Даже есть обязанности тех же самых скотоводов. Да? И если каждый участник дорожного движения
мы все являемся участниками дорожного движения, будет соблюдать эти свои обязанности, выполнять свои обязанности, соблюдать правила дорожного движения, мы, конечно, достигнем большего. А так, на самом деле, вот, например, ребенок получает образование в школе, да? Но он же получает воспитание дома у родителей. К сожалению, мы видим совсем другое. Например, в школе их обучают, если в школе придете в школу, то у детей спросите, да, как, на какой сигнал светофора надо переходить, обязательно они перескажут. Где надо переходить, они перескажут. Все, что они должны делать, они их обучают в школе и учителя, и сотрудники, которые закреплены. Но выйдя на улицу, тот же родитель, приводя или уводя детей со школы, переходит не в положенном месте, хотя за 100 метров дальше стоит пешеходный переход. Но при этом каждый родитель должен задуматься, завтра мой ребенок, который я сейчас перевел в неустановленном месте, без меня не будет повторять данную ситуацию? Обязательно будет. Надо это помнить. Поэтому с малых лет надо правильно обучать, не только обучать говорить, а правильно показывать, правильное соблюдение правил дорожного движения. И тогда, я так думаю, вот сейчас, например, по безопасному городу, где установлены аппаратно-программные комплексы, там идет снижение до 50-60% снижения дорожно-транспортных происшествий. Почему это невозможно, нельзя делать в тех местах, где не установлены аппаратно-программные комплексы? Некоторые жалуются, почему ставите, ну, даете этот, дислокацию передвижным этим аппаратно-программным комплексом, да, который в народе говорится тренога. Если их даже не будет, если даже не будут наши сотрудники стоять, каждый участник дорожного движения должен соблюдать правила дорожного движения, то есть выполнять свои обязанности, которая прописана в правилах дорожного движения. Вне зависимости, зафиксируют их камеры, оштрафуют, да, или именно будет там стоять сотрудник ГУБДД или Управления патрульной службы милиции. Конечно. Спасибо большое за то, что ответили на наши вопросы. Я хочу буквально два слова дополнить и напомнить нашим уважаемым телезрителям о том, что каждый из нас, независимо от того, пешеходы мы или автовладельцы, обязаны соблюдать правила дорожного движения и выполнять обязанности, о которых говорил наш гость Олег Уторов. Я напоминаю, что мы говорили о причинах дорожно-транспортных происшествий и их профилактике сотрудникам пресс-службы ГУБДД МВД Телеком Уторовым. Это была программа «Маяк». Эфир «АЛАТО-24» продолжается. Оставайтесь с нами.